motherfucker kicks in life. Что это за... Что за ремикс? Психоделический ремикс. Не шевелись никогда, когда я говорю не шевелиться. Фильтр для фона. О, господи! Вы видели это? О, да. Это ж Помикс! Смотри! Я ору с этой просто... С пандой психоделической просто. Запрыгивай, запрыгнул. Полетели. А нет! Ну что, она опять? Подожди. Подожди, ради, я все правильно понимал, сейчас не мой за. Не трогай меня! Огромный дракон страха! Безусый юнец когда-то я был. Вот, и знаете, я прогуглил, короче, и. Короче, говорят, что женщины непреднамеренно, когда видят усы и бороды, они предполагают, что это просто... О, господи, просто... Когда я его перестал, как бы это, он приходит, только настреливает, да это я, Алисник, типа, разбань меня с другим никнеймом, я его банил специально, сразу. Потому что, ну, я знаю, чем это закончится просто. Он посидит, ему не понравится, он сразу напишет, что я, типа, не очень. Вот. И после этого, знаешь, что я начал делать? Когда есть рутина, есть огромная вероятность, когда я делал рутину, вот, особенно с друида, увидеть вот это вот, понимаешь? Вот, то есть, как, я не знаю, как вам показать, лучше. То есть, блин, даже, ну, погоди, мне интересно, меня будет видно или нет. Вот. Вот, просто смотрите это. Сейчас как это будет, да? То есть, я делаю рутину, все нормально. Вот, и тут, короче, смотри. Что-то там, выбегаю, куда-то лечу, и мимо меня пролетает лестник и такой... Evil No Chmo! Вот так, и, знаешь, и куда-то исчезает просто. Просто мгновенно, то есть, представляете? В игре мимо меня летает. Это просто невероятно, абсолютно незабываемо. Вот. Просто волшебник. Ну как? Я вот смотри, я же дамажу. Смотри, вот поставил он мины, да? Я же вроде вот сейчас в них не стою. Вот. Или мне, ну, может быть, просто... Ну, я какую-то волшебную эту кнопку на меня все время нажимает. Враг. Вот, понимаешь? Враг какую-то кнопку жмет. Почему... Вот, смотри, дезориентация на команд, и меня бьет клыкогей. Что это? Понимаете, меня дезориентирует какой-то гребаный педофил. Вот, ночнокрыльный педофил. И чернопедофил меня, пока я там вот так вот хожу, такой, знаешь, типа, чё, пацаны, чё? Чё, я молодой. Я интернет не оплачиваю. Фу, ты что, маленький? Фу, в школу? Фу, в школу ходят только лохи. Я в школу не ходила, поэтому я самый тупой. Вот. Да я шучу, конечно же, в школу надо ходить. Не надо ходить. Вот, ну можно, в принципе, сходить, но не стоит. Вот, ну, ходить полезное занятие в школу, но иногда можно и не ходить. Но лучше, конечно же, ходить, потому что это полезно. Невероятно, давайте похлопаем. Жуао! Она ж такой... Девушки... Ребят, я сейчас открою, возможно, секрет для большинства абсолютно парней. Секрет, да, то есть молодых парней. Я скажу вам по секрету, ребят. Девушки, это то же самое. Готовьтесь, ребят. Это может поразить вас. Поразить вас может, ребят.
девушки, сейчас прошу, пожалуйста, сядьте, чтобы, ну, на всякий случай, мало ли, как бы, да, вы узнаете что-то страшное. Девушки — это то же самое, что и парни, просто другой половой орган. Все. Жу. Вау. И лично, когда я об этом узнал в первый раз, вот, лично, когда я в первый раз узнал об этом, я подумал, что это просто невозможно. Очень сильно, мне кажется, мне поможет. Представляете, я буду первый в мире стример, в мире, мне кажется, русско-англоязычный просто. Такой, чтобы, знаешь, вот прям вот нормальный. Не типа, знаешь, который типа, ой, пойду поправлю розетку. Ой, какая розетка классная. Вот эти вот, сука, пёзда. Сука, ненавижу их просто, этих бледоженщин, мерзкие твари. Ой, пойду по... Ненавижу их просто, мерзкие же они. Просто меня от них так бомбит. Ой, господи, я тут сижу, зрение нахуй теряю, жизнь свою теряю, время свое жизненное теряю, чтобы каким-то образом, через труд, заслужить доверие зрителей, и чтобы было приятно, чтобы было хорошо. А эта пизда просто, блядь, родилась жопой и показывает ее. Все! Надеюсь, все наслаждения у меня получают на стриме. Ребяточки, давайте так, давайте так. Все, кому нравится этот стрим, и вы 100% придете на новые стримы, которые сегодня будут вечером, придете на вечерний ивент, придете и будете участвовать в год всяких розыгрышах, будете постоянно меня смотреть и донатить, плюс в чат! Давайте! Плюс в чат и пишем «Жуау!» Давай, плюс в чат и «Жуау!» Есть такие люди, которые меня хотят смотреть? Бесконечно теперь, а? 100 онлайна! 100 онлайна! У меня 100 онлайна! 100, ну-ка, 100, сотня, жуау, ребята, жуау, миллионы онлайн, ну вот про донат, лама, забавить я перманент на стриме, ну ничего себе, 100 онлайн, вот это я понимаю, понимаете, у меня рука сломана теперь после такого, понимаете, 100, сотня, у меня сердце болит, так, сотни, ребят. И это ха-ра-ша. Подожди, Оля, в смысле ты порно мне делаешь? Оля! Оля, что ты делаешь? Оля! Оля! Порно зачем мне на канал? Оля! Оля! Зачем? Я прежде чем кого-то банить, меня интересует, зачем он это делает. Зачем? То есть ты... Нет! Я эту дуру вызвал прямо внутрь этого гребаного стола. Сквозь текстур гейминг. Говорит мне, если где-то писем много, значит мне туда дорога. Внутри стратегической карты у тебя дорога, алло! Я не предполагал, что ты появишься внутри нее, ёпш твои шмешки. Называется это танец локтей. Внимание, следим. Смотрите, следите. Внимательно, внимание, смотрите, да? Нужно следить за несколькими точками на экране. Вот этой точкой, вот этой точкой, вот этой точкой, вот этой точкой, вот этой и вот этой точкой, да? Пока я это показывал, я на секунду забыл, как это происходит. Подожди, я реально забыл, представляешь? Подожди, как начинать? Я забыл. Понимаешь? Все. Как говорится, Адам Джаримов, спасибо большое за подписку. Когда хейтер попадает в эту мельницу, для него никаких шансов. Писать тебя по лбу. Думаешь, что избавишься от меня, точка, нет? Писать тебя по лбу меньше, чем три. Просто ты не замечаешь сообщение, дублирует. Я. Замечаю. Просто, кроме тебя на этом стриме, еще есть люди. Сделал я, наконец, предзаказ. Смотрите на него, просто взгляните. Сейчас вот вы... Эта загрузка проходит, и вы прям теряете сознание от того, насколько это шикарный маунт. Это просто... Зазаларский этот динозавр просто ни о чем по сравнению с маунтом Альянса. У Альянса такой маунт. Просто...
Я не знаю, то есть зачем, почему Даларского такого сделали, такого красивого, как у вот этого вот скакуна. Скакуна, вот он, ребят. Вот это маунт. Господи, как же он хорош. У этого маунта просто невероятная моделька, абсолютно легендарная. У него есть даже фонарь сзади, фонарь есть. У него есть фонарь, какие-то снаряжения, компасы там. Невероятный маунт, какие-то две ленточки от лица. Абсолютно уникальное лицо коня. Вот, невероятно. Какой же маунт, какой же маунт. Это самый Ну ты веселый, блин, ханыга, приятно, Шурка. Задонать мне. Не скинь свой профиль на Елвуи. Мариус Адварус. Не скину. Вот, задонать мне. Это дело такое, давненько я этого не делал, ребяточки. Достаточно давненько, но настал тот момент, когда надо это сделать. Спасибо, Давид. Стоит 300, спасибо огромное. 100-300. Спасибо большое за 50 рублей. Внимательно смотри. Неплохо, Давид, спасибо еще за 50 рублей. Неплохо, Давид. Еще спасибо за 50 рублей. Неплохо, Давид, спасибо еще за 50 рублей.